разбудили. Разбудили зайку моего. Лежал как бэби на подушечке. Разбудили. Кто разбудил Леушку? Спи спокойно. Отдыхай. Здесь у меня варится мяско, говядина для нашего Леушки. Ребята, сегодня первый раз попробовала испечь рулеты. Это рулеты из слоеного теста с маком и ореховой стружкой. Обычно я рулет делала, нарезала и выкладывала на лист. Сегодня я испекла целиком. Сейчас он немножко остынет, и я его порежу. Мои хорошие, вот такой рулет у меня получился. Но единственное, что я хочу сказать, когда я тесто перед тем, как ставить в духовку, уже нарезаю и делаю такие из большого рулета маленькие кусочки нарезаю, оно потом, когда готово, не так крошится. А это настоящее слоеное тесто. Резать было немножечко неудобно. Но слоеное тесто, оно и должно крошиться. Вчера Володюшка купил в русском магазине арбуз. Это четвертая часть арбуза. Вы представляете, какой он огромный. Продаются и целые, и половинки, и четвертинки. И вот сейчас эту красоту ароматную, я завязала, конечно, в мешочек, порежу. Ребята, арбуз, ну понятно, что сочный. Ароматный, свежестью пахнет и очень сладкий, сахарный. Вот он арбузик. И для моих я обычно нарезаю и где вижу косточки, убираю. А дальше они уже сами справятся. Положила им в чашечки, дала вилочки. Ну, в общем, вкусняшка. А это я уберу в холодильник. Сегодня у нас готовит папа. Будем жарить ребрышки. Все, мальчишки мои жарят, парят. Петюша приехал к нам в отпуск на пару недель. И я хочу вам показать, что его жена Малида, она сейчас в Таиланде, но она всегда с нами. Всегда, всегда в телефоне. Надо заснять. Видно? Красавица наша. Красавица наша. Малида, my sunshine. Ой, здесь дым. Время летит быстро. Степушка наш завтра уезжает. Был-то всего пару дней, но как смоглось. Так что у нас сегодня семейный ужин. Будем сидеть все вместе. Мы все эти дни сидели вместе, разговаривали, смотрели кино, кушали. Как не готовить? Конечно, надо приготовить, чтобы было все вкусно и аппетитно. Просто! Дымок, шашлычок жарится. Пахнет вкусно. Вот
вкуснотища. Ароматненько, вкусненько, аппетитненько, сытненько, и уже хочется кушать. Молодцы мои золотые. И Левушка тут с нами. Левушка? Помогает жарить. Мальчишка сладкий. Мальчишку не видно. Все в дыму. Ух! А вкусненько. Вкусненько пахнет даже дымом. Как вы думаете, вкусненько будешь? Степушка и Иванушка сидят за компьютерами, выполняют какую-то работу. Какая же я счастливая. Только как быстро летит время. Шашлычок будет сейчас готов. Мама сегодня не трудилась. Мама сделала только нарезку. Лук, помидоры, редиска и малосольные огурчики. Много. Ну и, конечно, остатки сладкие. У нас шмант, густая сметана. У нас пельмени, огромные такие, мои мальчишки вчера настряпали, вкусные очень, очень вкусные, как средние манты. У нас курочка и картошка. Мне осталось это только разогреть. И все, мальчишки будут носить на стол. Как всегда, мама отдыхает. Лучок мы убираем, кладем только мяско. Как хорошо мои мужчины потрудились. Посмотрите, какие ребрышки у нас получились на гриле. Прелесть. Мои хорошие. Приятного, теплого, уютного вам вечера. Наслаждайтесь вечерней красотой и заряжайтесь позитивом на следующий день. Спасибо огромное за внимание. Я вас обнимаю. Чус. Пока.